Привет, у нас Datsun Ondo, в чем он Ondo непонятно. А, обыкновенный двигатель восьмерочный. Вот фишка в чем, мы попробуем поменять радиатор отопителя. Видим, что откуда бежит антифриз, потом далее вода. В данный момент я пока разобрал педаль акселератора, крепление снял. И сейчас под капотом отсоединю основные патрубки, которые подходят на отопление. Значит, дальше здесь убрал кожух фильтра. Открутил два патрубка, идущих на отопление. То есть, как бы здесь проблем особых нет. И в салоне смотрите, что я нашел. У нас не сам радиатор бежит, получается, а бежит с под трубки. Я нашел, как расщелкнуть. Сейчас покажу. Ух ты. Так, я нашел, как расщелкнуть вот эти замки, скажем так, и вытащил саму трубку. Вот, на них резиночка, и бежит эта резиночка. То есть получается, логически, сейчас, если я вытащу резиночку, поменять резиночки, можно радиатор не трогать. Но в принципе, если кому надо, вот с такой системой можно будет вытащить, я думаю, радиатор. Сейчас я попробую это сделать. В общем, снял я трубки, эту педаль. Если вот тут шплинт, мы вытаскиваем шплинт, у нас она даст ход до этого, и логически таким макаром, пожалуйста, мы сможем вытащить радиатор без проблем. Сейчас я это сделаю. Вот шплинт, вот этот, сейчас я покажу отверточкой. Вот этот шплинт снимаем, ну, защелку, шплинт вытаскиваем, и у нас уходит туда педалька, давая место для того, чтобы вытащить радиатор. Вот педаль, которая что, тормоз у нас. Шплинт, вот он лежит тут, вот такой вот. Ну, в крайнем случае, смотрите, тут есть 4 гайки, если кто-то не сможет. Их можно ослабить так, чтобы добавить несколько там, ну, 3-4-5 миллиметров ходу, и как бы радиатор без проблем выйдет тогда вообще. Вот, ну, мне надо что, просто его почистить, поставить новые резиночки. Сам радиатор, я думаю, менять не надо, человека на деньги разводить. Ну, вот таким макаром он снимается. Можно сделать проще. Смотрите, здесь я открутил две гайки под головку на 13, и у нас сюда отошел главный тормозов. Теперь мы спокойно здесь нажимаем педаль и вытаскиваем радиатор. Просто неудобно ни одной рукой. И все у нас без проблем выйдет. Я его вытащил. Сходил в гидроматик. Купил новые резиночки. Здесь сейчас почищу. Поставлю. И думаю, радиатор сам менять человеку не придется, как вариант. Текло-то просто с резинки. Радиатор хороший. В общем, в том радиаторе оказалась дырявая трубка, а не резинка. Я решил на резинку. Пришлось ставить вот такой радиатор. Он тоже подошел, только у того были горизонтально трубки, а у этого вертикально. Но, в принципе, он подходит. Ну, целый день улетел. Пока искали, пока туда-сюда. Вот так.